Здравствуйте. Как уже меня представили, меня зовут Игорь Сизов, я представляю компанию Siemens Industry Software, ну или как мы еще себя называем, Siemens PLM Software. Хотелось бы, наверное, сначала немножко представиться о том, где мы находимся в общей структуре Siemens и как мы взаимодействуем с коллегами из смежных департаментов. Данный слайд, он иллюстрирует то, что Siemens по всему миру, глобально и в России в том числе, реализует некую дивизиональную структуру. То есть есть вертикальные дивизионы, которые реализуют проекты в тех или иных индустриях, производят и реализуют ту или иную программное обеспечение, либо аппаратное обеспечение. Я выделил два основных департамента. Департамент DF, Digital Factory, и департамент PD, Process Industries and Drives. Фактически это два, наверное, таких крупнейших департамента, которые работают в области дискретного производства и непрерывного производства. И мы находимся как раз юридически как часть департамента DF, называемся DFPL, прошу прощения, ну или, соответственно, другое название, Siemens PLM Software. То есть когда-то мы были независимой компанией, в 2007 году Siemens нас приобрел, и теперь мы являемся департаментом Siemens. Фактически наша основная задача — это разработка и внедрение программного обеспечения в области PLM и MES. То есть это решение для проектирования, инженерного анализа, конструкторской технологической подготовки производства, управления инженерными данными и управления производством. Фактически мы представлены в России в трех основных городах – Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Порядка 120 человек, и мы работаем совместно по некоторым проектам, работаем совместно с коллегами по тем крупным каким-то заказчикам, которые реализуют комплексные проекты, комплексной автоматизации. Ну и нельзя свои 5 копеек не вставить про индустрию 4.0 с точки зрения того, каким образом мы, как департамент разрабатывающий и внедряющий программное обеспечение, как мы видим... Что накладывает на себя концепция индустрии 4.0? Фактически основные области развития, как уже об этом неоднократно говорили сегодня, это реализация концепции цифрового двойника цепочки создания изделия на разных этапах, на этапах проектирования изделий, на этапах подготовки производства, пуска наладки, непосредственно самого производства. Это горизонтальная интеграция производств и поставщиков в единое информационное пространство и вертикальная интеграция производственных систем. То есть таким образом, реализуя эти принципы, Siemens предлагает эту концепцию своим заказчикам, и мы говорим о том, что мы имеем сквозную цепочку программных и аппаратных решений для подготовки производства и управления производством как в дискретной области, так и для непрерывных производств. Хотелось бы немножко сказать о цифрах, чтобы понимать объемы вообще, насколько в мире, ну и в Европе в частности, индустрия 4.0 уже функционирует. То есть можно сказать, что до 2025 года европейская промышленность будет инвестировать порядка 140 миллиардов евро в проекты, связанные с реализацией концепции индустрии 4.0 ежегодно. Более 80 предприятий, процентов предприятий в течение пяти лет будут переводить свои процессы на цифровую основу, включая своих поставщиков и ближайших контрагентов. Также до 2025 года ожидается, что 18% повышения производительности труда будет осуществлено за счет внедрения концепции Индустрии 4.0. Ну и, соответственно, как выход цифровые продукты и сервисы создадут для европейской промышленности около 110 миллиардов евро ежегодной прибыли. То есть достаточно серьезная окупаемость, через порядка 5-7 лет эти вложенные средства дадут достаточно ощутимый эффект. Ну и, соответственно, вот хотелось бы понять, что такое определение термина «дигитализация». И мы считаем, что дигитализация ⁇ это не какие-то локальные проекты, какие-то локальные инициативы, это стратегия разворота бизнеса компании в сторону создания новых моделей на основании принципиально новых технологий. То есть проекты дигитализации ⁇ это не IT-проекты, это не проекты уровня отдела автоматизации, это комплексные проекты, это трансформация бизнеса, которые должны, соответственно, решаться на приниматься решения на самом высоком уровне. Ну и, соответственно, график показывает, что максимальное развитие рынков, оно именно достигается путем использования концепции индустрии 4.0 и реализации принципов дигитализации. Ну, мы еще называем синонимы цифровая трансформация, реализация цифровых производств. Ну, соответственно, говоря о цифровом производстве, как я уже говорил, у нас есть два крупных направления — это дискретное производство. Сюда мы относим машиностроение, приборостроение, авиастроение. То есть те индустрии, которые направлены на дискретное производство тех или иных изделий. Будь то серийное производство или позаказное. Причем позаказное, как правило, встречается гораздо чаще. И здесь можно выделить такие крупные этапы жизненного цикла, как проектирование и конструкторская подготовка производства. Технологическая подготовка производства, автоматика и пусконаладка, непосредственно процесс производства и послепродажный сервис. Другое крупное направление это непрерывное производство. И, собственно, наверное, мы сегодня будем говорить исключительно о нем, поскольку цель нашего, нашей конференции это, в общем-то, проекты, которые связаны непосредственно с непрерывными непрерывные проектами, непрерывные производства. Мы здесь говорим немножко о других этапах жизненного цикла, таких как создание рецептуры изделия или продукции, разработка технологического процесса, моделирование технологического процесса, пусконаладка, исполнение на уровне производства, ну и, соответственно, также вопросы сервиса. Для понимания, собственно, того водораздела, где находится программное обеспечение, о которых говорят наши коллеги, и, и где находятся те продукты, о которых будем говорить мы? Очень достаточно наглядный слайд. Фактически это, наверное, отражение стандарта ISA 95, который э, описывает взаимодействие производственных систем. Вот э, синим э, выделена область, которые закрываются проектами промышленной автомати автоматизации. Три уровня. Уровень исполнения, уровень оборудования и операторский уровень. Здесь мы говорим о аппаратном обеспечении. Это различные датчики, системы ввода-вывода, приводы, двигатели, контроллеры, различные HMI-панели, системы управления и так далее. То есть это непосредственно аппаратное обеспечение, которое позволяет реализовать процессы промышленной автоматизации. Уровень оператора ⁇ это те решения, как правило, это уже... Программные решения низкого уровня, которые реализуют непосредственно саму реализацию технологического процесса и управляют производством, ну скажем так, в коротком горизонте времени. Дальше два уровня как раз это те уровни, которые реализуются департаментом Siemens PLM. Это уровень цеха, здесь мы говорим о мес уровне, да? это уровень среднего, наверное, горизонта времени. И здесь мы будем говорить о решениях оперативного планирования, диспетчеризации, аналитики. Ну и самый верхний уровень, корпоративный уровень, уровень предприятия, на котором реализуются проекты ERP и PLM. Ну и, соответственно, исторически Siemens является лидером. Причем благодаря последним поглощениям, которые Siemens провел, Siemens PLM является номером один в мире и в России с точки зрения внедрения PLM-проектов, реализации PLM-проектов непосредственно в дискретных индустриях. Ну и, соответственно, сейчас мы говорим о непрерывных индустриях, и, как уже Дмитрий говорил, те решения, о которых я буду сегодня рассказывать, они далеко не новые, но было организовано стратегическое объединение всех решений, связанных с подготовкой производства и с управлением производства в один департамент, в Siemens PLM. Связано это было с тем, что Siemens активно да, взял вектор на реализацию концепции Индустрии 4.0 и объединил фактически все решения, которые связаны с данными задачами в одном департаменте. Соответственно, мы сейчас занимаемся развитием направления, связанного с решениями для управления производством. Ну, небольшой анализ мирового рынка мест-систем. Здесь важно сказать, как я уже в принципе замечал, что цифровая трансформация или дигитализация – это те процессы, которые начинаются непосредственно на уровне топ-менеджмента, на уровне верхнего руководства. И если эти проекты начинать как IT-проекты или как проекты автоматизации, то, скорее всего, они так локальными и останутся и не перейдут на тот уровень, который, соответственно, не реализуются те цели, которые ставит руководство компании. Ну и, соответственно, переход к цифровому производству ⁇ это стратегическая цель, и это далеко не краткосрочные инициативы, это достаточно длительный процесс. Ну и статистика свидетельствует о том, что порядка 80 существующих, работающих компаний в непрерывной отрасли, они не имеют мест решений. И, в принципе, мы с этим в России сейчас активно сталкиваемся, поскольку так или иначе за последние 20 лет... Уровень промышленной автоматизации реализовали достаточно крупное количество компаний. У них есть реализованный нижний уровень, у них есть внедренное ERP решение на верхнем уровне. В середине у них нет какого-то решения, которое позволило бы долгосрочное планирование в ERP спустить непосредственно на уровень цеха и обеспечить управление заказами достаточно в таком среднесрочном горизонте времени. Ну и, соответственно, для этого существует мест решения, о которых мы сегодня будем говорить. Ну, небольшая, наверное, памятка. Хотелось бы сказать, что любые крупные проекты, связанные с внедрением мест систем, они, как правило, не внедряются на так называемый greenfield, есть понятие, на предприятиях, на новых предприятиях. Как правило, Любое предприятие имеет уже определенный IT-ландшафт, который включает в себя различные программные аппаратные средства. И реализуя такие проекты, нам нужно обязательно иметь в виду, что наше решение оно должно занимать определенную нишу, как имея границы сверху, так и имея границы снизу. Что Siemens понимает вообще вот под решениями, которые, с которыми мы идем? для реализации концепции индустрии 4.0. Четыре крупных блока программных продуктов. Первое это так называемый PLM, да, Product Lifecycle Management. Это решение для разработки изделия, для разработки продукции. Второе это MOM, Manufacturing Operations Management, решение для управления производством. Третье... Totally Integrated Automation, так называемый TIA. Это решение нижнего уровня промышленной автоматизации, которую как раз реализуют наши коллеги из департаментов DF и PD. И четвертое — это облачные сервисы, которые сейчас активно развиваются, такие как, например, MindSphere. О них сегодня, наверное, будет в конце доклад, и мой коллега подробно расскажет, что понимается под этими решениями. Я затрону Два направления, соответственно, это PLM. Расскажу о том, что понимается под разработкой продукции в непрерывных индустриях и кратко расскажу про то, какие решения есть для управления производством. Соответственно, портфолио МОМ. Четыре аббревиатуры. Я их специально не переводил, потому что они общепризнанные и, в принципе все оперируют этими названиями. Это, соответственно, QMS, Quality Management System, система управления качеством. Такие решения присутствуют и в дискретных производствах, и, не, и в непрерывных производствах, но реализуют они немножко специфические процессы. Это решение APS, Advanced Planning and Scheduling, это система оперативного планирования, в основном это краткосрочное планирование, которое реализует оперативные планы, оптимальные производственные расписания в коротком горизонте времени. Это может быть смена, это может быть сутки, это может быть неделя. Это непосредственно MES, Manufacturing Execution System, система оперативного управления производством. И, соответственно, аббревиатура EMI, Enterprise Manufacturing Intelligence, это система аналитики, сбора данных и представление этих данных в неких визуальных представлениях, так называемых панелях информационных, которые используются на уровне управления руководителями для анализа и принятия решений. Вот об этом мы сегодня, наверное, и поговорим. Первый пласт, первый набор программных решений называется Sematic IT R&D Suite. Это фактически решение для разработки рецептурных продуктов. Под рецептурными продуктами мы будем понимать фактически, наверное, любую продукцию, которую реализует предприятие непрерывной непрерывной непрерывного типа производства. Это все, что производится пищевой промышленностью, химической промышленностью, металлургия и так далее. То есть все то, что имеет не ну, в дискретке мы это называем состав изделия, здесь это рецептура. Соответственно, основные функции ⁇ это управление спецификациями, это разработка рецептуры формул, это порталы взаимодействия с поставщиками и контрагентами, решение по соответствию нормативной базы отраслевой либо национальной с различными региональными различиями, если такие присутствуют, это управление качеством, различные процессы, связанные с маркировкой и определением неких ингредиентных составов. То есть это то, что предшествует фактически процессу производства. Это решения, которые необходимы так называемым RD-центрам, которые выводят на рынок новые, новые продукты. Здесь, соответственно, показаны как раз пример, что мы говорим о непрерывке. Как я уже говорил, это пищевая промышленность, фармацевтика, химия, есть проекты в металлургии, шинная отрасль и так далее. Несколько этапов или несколько типов задач, которые мы должны решать на этом этапе, и под каждую задачу существуют те или иные программные модули. Это создание и управление спецификацией, это разработка формул и рецептур, это работа с нормативной базой, взаимодействие с поставщиками и управление лабораториями. Ну, по порядку я не кратце, по, достаточно кратко расскажу, что из себя представляет каждый модуль. Управление спецификациями. Решение называется Sematic IT Interspec. Фактически это PLM-среда для непрерывной индустрии. То есть задача решения создавать, хранить, управлять, согласовывать, передавать из R&D-центра на производственные площадки информацию о рецептах. Под рецептами, да, как я уже говорил, можно понимать непосредственно описание продукта, будь то листовой прокат, будь то производство других типов металла, пищевая промышленность, химическая промышленность, шинная промышленность. Любое изделие, оно имеет свой рецепт. И кто-то этот рецепт создает, и особенно если это распределенная крупная компания, у которой есть разработчики, есть несколько площадок, находящихся в разных частях страны или мира, то это решение позволяет объединить разработку и предоставить предприятию единую систему по управлению рецептурами. Соответственно, мы управляем такими данными, как ингредиентный состав, реализуем различные бизнес-процессы согласования на этапе разработки и производства. Есть возможность взаимодействия с нормативной базой да, о том, какие ингредиенты допустимо применять, в каких количествах, для каких территорий или для каких регионов. Ну и, соответственно, мы интегрируемся с решениями по управлению качеством для того, чтобы собирать пробы, как на этапе разработки изделия, например, при получении ингредиентов или материалов от поставщика, так и на этапе производства, когда мы забираем пробы из производства и принимаем определенные решения. Следующее решение — это разработка формулы рецептур. То есть это непосредственно вспомогательный инструмент, который позволяет инженеру, инженеру-технологу, наверное, разработчику при проектировании, при создании нового вида продукции, при выведении на рынок нового изделия позволяет ему дает ему в руки инструмент для создания оптимальных рецептов, позволяет создавать оптими, оптимиз, реализовать процесс оптимизации рецептур, реализовывать некие бизнес-процессы, которые позволяют согласовывать данную рецептуру и передавать ее непосредственно в решение Интерспект для хранения и передачи в производство. Нормативная база ⁇ это решение, которое в себе уже имеет определенные требования пищевой промышленности, систем здравоохранения, химической промышленности, которая помогает разработчику при создании рецептур учитывать те или иные особенности того региона, в котором планируется производить и выводить на рынок изделия. В принципе, конечно, это актуально, наверное, для крупных компаний, так скажем, транснациональных, которые выводят на рынки изделия в различных странах, в которых действуют различные требования по тем или иным характеристикам. Но мне кажется, что и... На территории единой, одной страны можно такие требования тоже сформировать. Взаимодействие с поставщиками. Портарк, портал, который позволяет обмениваться электронными спецификациями и дает возможность поставщикам получать... Отправлять им запросы материалов или ингредиентов в соответствии с теми спецификациями, которые мы создаем, и получать от них определенную информацию о тех материалах и ингредиентах, которые у них есть, об их технических характеристиках для того, чтобы, соответственно, создавать свою продукцию. Управление лабораториями. Есть такая аббревиатура LIMS тоже общепризнанная Laboratory Information Management System. Это система, которая позволяет автоматизировать работу лаборатории. На любом предприятии непрерывного цикла существует лаборатория, которая отбирает пробы как, на, на, как на, на этапе входного контроля, так и на этапе непосредственно производства. На различных этапах производственного процесса мы забираем пробы, делаем анализ и принимаем уже управляющее воздействие на, на счет продолжения производственного процесса, либо его какой-то корректировки, либо каких-то еще дополнительных задачах. Соответственно, данное решение оно позволяет организовать корпоративную систему, которая позволяет ручным или автоматизированным способом осуществлять забор проб из производства, хранить их, согласовывать с помощью определенной с помощью определенной алгоритмизации выполнять различные расчеты, которые необходимы, и, соответственно, влиять на ход производства. В данный момент это решение проходит сертификацию в научно-исследовательском институте метрологии российском. И в ближайшее время мы получим государственный сертификат для реализации, для внедрения этой системы на тех предприятиях, где особо чувствительно к требованиям российских стандартов. Дальше мы поговорим о решениях для производства. Соответственно, это уже уровень МЕС. И здесь основные функции решения — это оперативное планирование, это непосредственно диспетчеризация, интеграция с ERP-системой, получение номенклатуры производственных заказов, управление производственными заказами, получение рецептур из соответствующей среды, интеграция со складскими системами и в результате сбор так называемой генеалогии продукции, то есть фактически это полная информация о продукции, начиная от конечного продукта, заканчивая материалами, которые поступили на вход на предприятие. Также есть решение для анализа эффективности оборудования, так называемой функции OIE, Overall Effectiveness, Equipment Effectiveness. Есть задачи по аналитике и сбору отчетности. Ну и, соответственно, задачи по контролю качества, о которых я уже упоминал. Опять-таки мы говорим о MES-функционале только для непрерывных индустрий, поскольку решение Sematic IT, оно, как уже Дмитрий Маслов сказал, сейчас произошло некое второе рождение, была полностью переписана платформа, Siemens выходит сейчас на рынок с решением Sematic IT на новой современной платформе. И на базе этой платформы реализуются две крупные библиотеки для непрерывного производства и для, для дискретного производства. И вот то, собственно, чем мы в будущем и планируем заниматься с нашими партнерами, в частности с компанией SMS, это предлагать нашим заказчикам реализацию комплексных проектов с использованием решения на базе Sematic IT. Два слова о системе оперативного планирования. Решение называется Sematic IT Preactor. Это кроссплатформенное решение. Вы можете видеть, что оно может применяться для любой индустрии, будь то автомобилестроение, авиация, машиностроение, шинная отрасль, пищевка и так далее. То есть где что-то нужно производить, там что-то нужно планировать. Это решение, как я уже говорил, оперативного планирования формирование оптимальных производственных расписаний в коротком горизонте времени. И данное решение позволяет реализовать задачи прогнозирования эффектов от производственных изменений, будь то остановка производства, поломка оборудования, брак, какие-то переделки, влияние на эффективность производства в реальном времени, формирование некой приоритизации заказов, учет первичных или вторичных производственных ограничений. То есть это инструмент плановика который, получая на вход технологию производства или рецептуру с одной стороны и номенклатуру производственных заказов с другой стороны, позволяет э, сформировать оптимальный план и этот оптимальный план передать в мест систему непосредственно на исполнение. То есть эти решения, Sematic IT MES и Sematic IT преактор это звенья одной цепи, они работают вместе и э, Реактор позволяет именно передать уже оптимальный производственный план на исполнение. Далее рассмотрим вот такую вот очень укрупненную схему производственного процесса в виде базового сценария. Это непосредственно создание номенклатуры производственных заказов или получение их из какой-то внешней системы, например, системы ERP. Далее реализация задачи исполнения этих заказов непосредственно на этапе производства, контроль качества на этапе производства, сбор данных, формирование генеалогии и уже визуальная аналитика. Понятно, что пример достаточно простой, но, по крайней мере, он показывает о том, какие решения на каком этапе могут применяться. Получение производственных заказов. Да, как я уже говорил, классически мест система занимает промежуточный уровень между уровнем промышленной автоматизации и уровнем ERP. Соответственно, в ERP, как правило, существует номенклатура производственных заказов в длительном горизонте времени о том, что предприятие должно изготовить, например, в течение года или квартала. Соответственно, из ERP мы должны получить номенклатуру производственных заказов. После того как мы получаем номенклатуру производственных заказов, после того как мы забираем рецептуру или, собственно, состав изделия, о том, о той технологии, как изготавливается та или иная партия продукции, из соответствующей системы нам необходимо обеспечить оперативное планирование, спланировать, да, создать оптимальный производственный план. Для этого мы используем систему «Преактор» и осуществляем задачу планирования. После этого эта информация попадает обратно в мест систему, где мы занимаемся непосредственно диспетчеризацией производственных заказов. Есть возможность использования ручной корректировки, если это необходимо, связанной с какими-то форс-мажорными ситуациями. Но, как правило, система планирования она может учитывать различные сценарии работы и задача плановика оптимальным образом рассчитать план и передать его уже на исполнение. После планирования. Фактически мы имеем спланированные заказы, которые готовы для запуска в производство. Следующий этап — это непосредственно исполнение заказов. Здесь мы говорим об интеграции между уровнем МЕС и уровнем промышленной автоматизации, то есть между теми решениями, там уровень скада систем, которые непосредственно реализуют взаимодействие с промышленным железом, и таким образом система позволяет забирать информацию из системы более низкого уровня, либо напрямую из соответствующих контроллеров, управляющих тем или иным оборудованием, либо из скада среды. И на основании этого мы в реальном времени осуществляем диспетчеризацию того или иного производственного заказа. Также мы говорим об интеграции с системой контроля качества, поскольку на в процессе производства любой производственный процесс имеет некоторые точки, на которых нам необходимо взять пробу, проконтролировать тот или иной полуфабрикат и принять решение, продолжаем мы производство, вносим какие-то корректировки, либо останавливаем и что-то переделываем. Вот, соответственно, контроль качества, опять-таки система LIMS Unilab, которая может работать как отдельное решение для автоматизации лабораторий, так и в, в рамках комплексного проекта, когда из, из производства мы передаем с помощью интеграционного модуля данные в лабораторию, информацию о пробах, происходит анализ этих проб, и обратно возвращается решение о том, насколько эта проба соответствует тем или иным характеристикам, которые мы закладываем к нашей продукции, и, соответственно, запускается производство уже автоматизированно. Процесс производства может запускаться автоматизированно далее. Данная система позволяет реализовывать два, два сценария сбора данных так называемые У-линии и вне линии. То есть под словом, вне линии понимается: данные анализируются непосредственно собираются в лаборатории. У-линии это некие автоматизированные средства, которые позволяют забирать информацию из производства и передавать их уже в лимс-систему. Сбор данных и отчетность. Ну, здесь, наверное, самый понятный слайд, потому что любая система, которая собирает факты с производства, она в любой момент времени должна выдавать возможную отчетность, такую как, допустим, планфактный анализ, отслеживание данных о производственных заказах, фактическое время исполнения, количество материалов на складах, ситуацию с оборудованием и так далее. То есть, различные, то есть существуют решения, модули, которые позволяют формировать различные отчеты, и оперативно на предприятии эти отчеты могут использоваться. Прослеживаемость или другими словами генеалогия. То есть генеалогия, как я уже говорил, это анализ то, из чего состоит та или иная продукция. Есть обратная генеалогия, когда мы от готового продукта, грубо говоря, от партии конкретных изделий или продуктов, мы можем добраться до поставщиков, которые, соответственно, привезли те или иные ингредиенты в какой-то момент времени на конкретном грузовике, и эти ингредиенты были применены в конкретной партии, которую мы отгрузили конкретному заказчику. И мест система – это как раз то недостающее звено, которое позволяет связать уровень ERP и уровень SCADA и реализовать управление и контролем генеалогии изделия. Панели управления. То есть это скорее такая уже высокоуровневая отчетность, которая позволяет, накапливая большое количество данных из производства, реализовывать вот такие вот графические визуальные графически -визуальные панели управления, и в реальном режиме времени различные руководители могут на разных уровнях, будь то уровень завода, уровень цеха, уровень участка или, может быть, уровень конкретной группы станков либо каких-то производственных линий, отслеживать те или иные показатели и принимать различные решения. Данное решение является платформой независимым с точки зрения, что оно может работать не только с мест системой Siemens, Возможно, на предприятии существуют разные программные решения, и мы можем забирать из них данные, визуализировать их и представлять, соответственно, на рабочий стол руководителя. Достаточно такой гибкий функционал, который позволяет различные коннекторы, через различные коннекторы собрать всю необходимую информацию. Ну и вот последний слайд, скажем так, о том, как Siemens вообще двигается в сторону реализации концепции 4.0. Хотел бы его, наверное, начать вот с 2001 года. Вот тут, может быть, не очень хорошо видно. Компания Orsi — это то, что раньше было. То, что раньше компания, которая была вендором, производителем мест системы. Siemens ее поглотил в 2001 году. Она стала называться Sematic IT. И дальше шли определенные этапы развития этого решения. Но начиная с седьмого года, когда Siemens приобрел компанию UGS, это то, с чего я начал, то тот департамент, в котором я работаю, после этого Siemens начал двигаться в сторону индустрии 4.0 как в дискретных индустриях, так и в непрерывных. И за последние, наверное, 5-10 лет было произведено достаточно много поглощений, это системы, различные решения, которые закрывали те или иные пробелы, которые существовали в портфолио Siemens для реализации концепции 4.0. Но если кратко, то это системы оперативного планирования, это системы управления качеством, это системы инженерного анализа, это различные решения для работы с композитами, это различные системы для проектирования электротехнических изделий, то есть это не всегда все, что связано с непрерывными индустриями, но тем не менее вот вот эти инвестиции, да, это порядка 10 миллиардов евро с 2007 года, они говорят о том, что Siemens очень серьезно настроен быть номером один в области комплексных решений индустрии 4.0 и следовать этой концепции и реализовывать такие вот крупные проекты, которые затрагивают себе и программное обеспечение и аппаратную часть, и большое количество консалтинга для крупных заказчиков. У меня все. Спасибо большое. Если есть вопросы, можно задать их, наверное, сейчас. У нас есть немного времени. Либо можно меня найти, пообщаться. Я готов буду более подробно рассказать. Да, цель презентации — сказать о том, что у Siemens это есть, потому что как вот выясняется, что многие даже не знают, что у нас есть такие решения, что они позволяют решать. Они у нас есть, и мы готовы их вам предлагать, поэтому, ну, в общем, мы открыты. Спасибо.